Чувствуют себя как рыба в воде, но ни одному здоровому человеку не понять, сколько усилий тратит этот мальчик, чтобы вот так вот свободно плавать. У первоклассника Ромы Сучкова ДЦП – левосторонний гемипарез. Левые конечности постоянно нужно разрабатывать. Год ребенок посещает центр доктора Бубновского. Занятие оплатил прошлогодний марафон «Ты нам нужен». В этом Рома снова принимает участие. Остальные дети бегают, остальные дети играют в футбол, в хоккей. У нас же это жизнь наша, вода – это жизнь. Это жизнь, это здоровье, это все для нас. Мы очень хотим, чтобы снова нас, ну, в следующий год мы тоже попали в эту, в центр Бубновского. Это замечательный центр. Здесь встречают всегда с улыбкой. Всегда желают нам только самого-самого хорошего. В центре для Ромы составили индивидуальную программу занятий с учетом всех параметров его здоровья. Ребенок стал активнее, левая рука потихоньку начала двигаться. Прогресс у нас налицо. То, что он пришел, так скажем, с медицинской точки зрения, улучшили нейронную проводимость конечностей мозга, движение в руке, в ноге и... Общая умственная активность, деятельность, все стало лучше. Прекращать посещение центра сейчас нельзя. Мальчика растит мама и бабушка, семья живет скромно. Чтобы оплатить месяц занятий, придется потратить всю пенсию ребенка. А еще Рома очень сильно прикипел к инструктору Дмитрию. У них завязалась настоящая мужская дружба. С Димой мы там достаем игрушку, еще ланкеты. Ну, еще. Ныряете? Да, ныряем там. Плаваем. Еще крестим, чтобы глубоко нырять. Помочь Роме можно, став благотворителем марафона «Ты нам нужен», если есть желание пожертвовать деньги конкретно этому ребенку. При переводе средств на расчетный счет нужно указать фамилию Сучков. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.